Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыруына 2017 жыл барлық көздер есебінен 484,2 миллиард теңге бөлінген. Бірінші шілдеге оның 1026,5 миллиард теңгесі игерілді. Бірінші бағыт көліктік логистикалық және индустриалдық инфрақұрылымды дамыту. 22 негізгі республикалық маңызы бар автожол жобаларын іске асыруға 2017 жылы ұлттық қордан және республика бюджеті қаражаты есебінен 259,8 миллиард теңге көзделген. Оның ішінде бірінші шілдеге 51,5 миллиард теңге игерілді. Сонымен қатар қосымша халықаралық қаржы ұйымдарынан 96,4 миллиард теңге қарыз тартылған. Оның ішінде бұл күні 13,2 миллиард теңге игерілді. Жалпы құрылыс және реконструкциялаумен 4,4 мың километр қамту және 602 километр пайдалануға беру жоспарлануда. Далее, для развития логистической инфраструктуры в этом году из средств нацфонда и республиканского бюджета предусмотрено 55 миллиардов тенге, на данный момент освоено 15 миллиардов тенге. Они разделяются на два проекта, это вторая фаза порта Хурык и аэропорт города Астана. На реализацию второй фазы предусмотрено 50 миллиардов, на данный момент АО КТЖ освоило 15 миллиардов, работа ведет в соответствии с графиком строительно-монтажных работ. По второму направлению строительства дополнительной инфраструктуры пассажирского терминала международного аэропорта города Астаны выделено 5 миллиардов тенге. Их освоение запланировано на декабрь текущего года. Кроме того, хотелось бы отметить, что реализуется также проект по строительству вторых путей на участке Алматы-1-Шу из собственных средств ОНК КТЖ. И общий объем финансирования 9,3 миллиарда тенге, на 1 июля освоено 4,4. В части инфраструктуры СЭС «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». В этом году общий размер средств 7,7 миллиардов тенге. Полное освоение данных средств запланировано на ноябрь 2017 года. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы, поставлены газовые турбины, осуществляется поставка котлов, утилизаторов, конденсаторов воздушного охлаждения. Второе направление программы – это модернизация систем тепловодоснабжения и водоотведения. В этом году из средств нацфонда предусмотрено 53 миллиарда тенге. Это позволит за период 2017-2018 годов построить и реконструировать порядка 1248 километров сетей. На 1 июля, согласно плану финансирования, местным исполнительным органам были выданы бюджетные кредиты субъектами сельских монополий в размере 29,3 миллиарда тенге. Субъектами сельских монополий освоено 3,2 миллиарда тенге. В этой связи, уважаемый Бахжан Авдирович, исходя из того, что средства на 1 июля были местными исполнительными органами перечислены субъектами сельского монополия в полном объеме, то есть на 100% акимы свою работу выполнили, вместе с тем существуют какие-то вопросы, связанные с самими субъектами сельского монополия, они осваивают крайне медленно. Считаем целесообразным КДС и ЖКХ вместе с местными исполнительными органами разобраться в причинах медленного освоения с объектами сельского монополия данных средств и в случае необходимости принять поддерживающие меры. Третье направление – развитие инфраструктуры сферы образования. В этом году из нацфонда предусмотрено 71,7 миллиардов тенге на 109 объектов образования, 53 – это переходящие, 56 – новых. До конца года планируется введение 70 новых объектов. По состоянию на 1 июля местные бюджеты перечислены 34 миллиарда тенге, они освоены в полном объеме. А вместе с тем хотелось бы отметить, что на данный момент, то есть на 1 июля, на отчетную дату, в эксплуатацию введены три школы на 1150 мест в Жамбылской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областях и два детских сада в Мангыстауской и Восточно-Казахстанской областях. То есть из того плана по введению объектов в эксплуатацию 70, всего введено 5, то есть порядка 8%. В этой связи необходимо, на наш взгляд, взять местным исполнительным органам на контроль и обеспечить введение в эксплуатацию всех 70 запланированных объектов. Четвертое направление – это подведение недостающей инфраструктуры к объектам предпринимательства в рамках ДКБ-2020. Предусмотрено 10 миллиардов тенге. Планируется профинансировать 22 проекта МСБ, которые заняты в секторах пищевой промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности, металлургии, строительных материалов и фармации. Согласно плану финансирования предусмотрено небольшое перечисление, всего 306 миллионов тенге на первое полугодие в Кустанайскую область, они полностью освоены. На данный момент заключены договоры по строительно-монтажным работам с субподрядчиками на сумму 6,3 миллиардов тенге. На оставшуюся сумму 3,7 миллиардов тенге проводятся местными исполнительными органами конкурсные процедуры. Этот механизм хорошо востребован бизнесом, местные исполнительные органы о нем также хорошо
осведомлены, и для того, чтобы он правильно сработал и свой эффект на экономику оказал, нам видится необходимым принятие под плотный контроль местными исполнительными органами этих проектов и обеспечение ввода в эксплуатацию данных инфраструктурных мощностей. Пятое направление – это софинансирование проектов с международными финансовыми организациями. В этом году из нацфонда предусмотрено 27 миллиардов тенге. 7,7 миллиардов тенге уже получили свои проекты, запланировано реализацию 7 проектов. Дополнительно вместе с этими деньгами привлекаются инвестиции от самих международных финансовых организаций в размере 23 миллиардов тенге. Также уже до конца августа запланировано распределение еще 8,8 миллиардов тенге на дополнительные 12 проектов вместе с МФО. Общая сумма распределения составит 16,5 миллиардов тенге. Вместе с тем, Бахтиян Берович, как мы докладывали на Корсовете по взаимодействию с МФО, у нас на данный момент существует нераспределенный остаток в размере порядка 11 миллиардов тенге. В этой связи, как мы докладывали, необходимо либо обеспечить привлечение дополнительных проектов как на региональном уровне, так и на центральном уровне, либо же перечислить данные средства на другие бюджетные программы, в частности на программу по тепло- и водоснабжению, водоотведению, потому что она по своей цели совпадает с данным направлением.